Всем привет на моем 89-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Вот уже 17-й раз. Делаем стрим по ней, так скажем. Ну что ж, продолжим. Так, в прошлый раз, на чем же мы там остановились? Честно, уже забыл. Кем мы именно сейчас играем? У нас же разделены персонажи по группам. А, мы на заснеженной этой магической дороге, да? Типа, да. Точно. Мы сейчас Дженсен и Минг. Идем искать Кайма, Сару и их внучат. Ну и где-то они уже здесь должны быть, так понимаю, недалеко. В принципе. И тут на дороге нам встают кто? Ну, какие-то ящерицы, или как их назвать-то? Давай Шидоу посмотрим, что больше потратит. Но я думаю, Молфлара больше потратит. Но Флара, наверное, вообще всех передних сожжет. Там же один еще на заднем плане, вот он выживет. Ну да, Флара явно побольше тратит. Так. Ну просто Флару ему дадим и все. А ты давай. А, не, давай ты это ману себе восстанавливай. Или у него. А, у него нет такой способности, да? Ну тогда все равно. Ты давай Флару. А, да ему даже обычный флеер бы. А, еще пришли дружки. Сока там один пришел, да? Ну на. Пусть подождет. Я думаю, ему хватит. Тридцать третий уровень уже. Хотя такое ощущение, что в этой игре уровень как-то просто для галочки. Так, вон там лестница, но вон там. Ой, да это же. Она такая холодная. Эй, просыпайся. Это я, Дженсен, просыпайся.
Let's do it. Liram, lend me your strength. Give us your light for the lives of your children. Лирум призывает, то есть их мать. Это живое существо? Ну, попробуем его, наверное, огнем. А, тип вода, а воду у нас огнем. Да. Живущий лед. Или землей. Воду что-то я ж забыл, если честно. Пробуем и то, и то. Так, кастинг саппорт на Дженсона. Ты давай Spirit Magic. Shadow. А, надо было тоже какие-то щиты, наверное, наложить. Ого, у Мака 1130 здоровья. Так, огонь нет. А, земля. Да, земля. Раунда. Ну-ка давай-ка. Во-первых, вначале вылечить надо. Хилу на Дженсона. Ну что-то 500 все равно мало. А где ульта? Это вообще не катит. Ну ладно, хоть по 500 давай. Так, ты только Spirit Magic умеешь. Ну давай Power Hit попробуем, сколько потратит. Ой, воду, это... Что? Воу. Не слабо. Вот это прикольный. Так, ну ты давай нападай, а вот ты уже Зефиру. Так, кук. Ну, зефира зефиры, но она долго делается, так что давай... А, не-не, вон, подними братана. Эх ты ж. Давай подними еще одного братана. Так, может он физической будет атаковать?
Бах! Не, мало. О, хорошо, что по ней. Во. Ну, практически как новенькие все. Так, Дженсен, ну давай. Граунда. У него вроде там не так много здоровья, я уже не буду щиты эти накладывать. И так уже продержимся. А, ну вообще больше половины. Ну, ладно. Так, а у нее граунда нет. А что если форс попробовать? Увеличивает скорость. Да не. А, вот, давай вот так. Магическую атаку увеличим у Дженсена. Ух ты. Не очень. А, она, кстати, сильнее бьет. У нее магическая атака сильнее. Ну посмотрим, он 500 с чем-то тратил, а сейчас... Ну давай хоть просто граунд. Power hit попробуй все-таки, да, не успел сделать. Ну, у него понятно, у него шилтус, поэтому мы не пробиваем его толком. А, ну он на 100 больше стал тратить. Ну и норм, добьем сейчас. 520 осталось. Вот так вот. Отражение? Да ладно. Ух ты, такого не было. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел. Да, 16 это мощно. Ясно. Кстати, надо что-то у тебя украсть по-любому. А интересно, она физически как атакует? Так, маг, маг. Что с тобой делать? Но я так понимаю, Shadow тоже не прокатен, да? А, ну она вообще силачка. Да, нормально. Печалька. Ясно, магию вообще можно вырубать. Ну давай, зефир.
Ну и плюс дополнительно это еще минг плеча. Ну давай, Мак, у тебя физическая самая нормальная из всех тут получается. Ой, сейчас реагут. Да, самый силач остался. Страчняк, поднимай кого-нибудь. Кого? Мака. Потому что он хотя бы атакует. Но что-то мне кажется сейчас провал будет. Так. Мак. Поднимай Минг. Потому что она лечит. О, провал. Что-то он, да, какой-то крепенький. Ну ща. Пропустим. Так, граунда. Так, он магия такой, значит, мне нужно. А, хотя он и физика тоже такой. Ну ладно, all barricade лучше. Ну давай ground хоть так, хоть немного. Так, а у нас нету типа снять его этот барьер? Ну вряд ли фир можно наложить. Граунда по-прежнему. Ну, что, остается только граунда и его долбить. А физически практически никто не умеет, только маг немножко, но это он по 200 будет. Это печально. А, у меня может бомба есть? Граунд бомб. Ну, да. А, граунд, да, бомб даже есть. Ну, закидаем сейчас. Триста шестнадцать, ну лучше чем ничего. И еще потом будет 316. В итоге уже 600. Понятно, чем это такое. Пока есть возможность. Ты бесплатно пока лечишь. Хотя в мане вроде бы нету какой-то необходимости. А, да, я же бомбу хотел кинуть. Что-то затупил.
Граунда. Ой. Граунда. Ты бомбу кидаешь. Ну а ты физически бьешь, что еще остается? О, промахнулся. Контратака, что ли? Ну, главное, пока он не поставил зеркало свое, можно атаковать. Ну и даже слабую бомбу тоже кину, хоть что-то. А, все, поставил. О, это мы сейчас два раза на себе... На себя получим. Так, все, теперь ты будешь красть, ты будешь лечить всех. Да не жалей, давай зефиру. Так, ты... Ну, я даже не знаю. А концентрат это что? А. Может, что еще кинуть ему? Может бомбу кинуть, которая не это, ну не в тему. Да не, пусть в дефенс стоит и все. Так, ну вот а ты уже пауэрхит больше тратил же, по-моему, чем просто атака. У него там 900 с чем-то. Ой, сейчас куб не выживет. Двести тридцать девять. Ну, я думаю, нормально. Так, Дженсен все еще пытается украсть. Ты зефиру. А, ну, блин. Ладно, надо было Дженсеном, наверное, поднимать кук. Хотя она бесполезна сейчас. Ты зефиру-то это... Сделаешь, нет? О, наконец, я уж думал, не успеет. Все, нечего красть, ну тогда поднимай девку. Ты давай ману накапливай. Ну, а ты пауэрхит. 497 добьет. Ох, не слабо. Значит, все лечат сейчас активно, если успеют. Зефир, хила на себя, хила на мака, ты в атаку. Ну хоть кто-нибудь успеет вылечиться. А, ну он рубанет, ладно. О! Отлично. О, зато промах. Ну, главное, что не это, не умер никто. И еще раз зефир. И еще зефир. Ну, зефира много не бывает.
Мана у нас куча там. Он же сейчас счет. А, ну 100, то он сейчас добьет уже. Все-таки легла. Что-то Кук отстала. 28 уровень. Эй, ты в порядке? Эй, ты в порядке? Да, все хорошо. Привет, XDMore. Что случилось с Каймом и Сарой? А, где они? А, не, не то, что там было написано. А, что-то случилось с ними? Они попытались помочь нам, когда поезд сошел с рельса, да? Derailed. Все. Да. Ну, в общем, они туда, в огромную стену льда влетели. Там был взрыв. Это все, что мы видели. Они, возможно, мертвы. Не, не вариант, они же бессмертные. Эй, ну ты шутишь, да? Даже бессмертные могут чувствовать боль. Боль? Если взрыв достаточно сильный, он мог спровоцировать очень сильную боль, боль души, ну, типа. Эта боль может нанести больше урона, чем физически. Ну, чем физическому телу. Чем физический урон, наверное, так как-то. Они бессмертные, я знаю, что они живы. Я имею в виду... А, когда мы слышали, чтобы умер бессмертный. Пойдемте и найдем их. Да, пойдем найдем их. А, Минг, что насчет капитана? Сет? Верно, они... У них некоторые проблемы. Да, как-то так вроде можно перевести. О, осторожно. Кто-то жив здесь? Не знаю, Стингс, что это? Ты не знал? Это запах монстров. Don't be afraid.
Не бойся. Мама, давай оставим мальчика короля здесь. Это я не знаю, что че фраза, типа он нас догонит потом, что ли? Я так не думаю. Ты зовешь ее мамой? Это очень странно, ну, слышать такое, ну, типа, от старика. Заткнись, ребенок. Ты не будешь говорить мне, что делать. А, извини. Сейф, ну, в принципе, да, полезно после босса. А, так он же с нами, да, теперь? Точняк. И что он там? Ну, он смертный, понятно. Turntail, Taunt, Magic Seal. Так, Counter Seal. А! Так, дабл айтем. Интересно. Типа он может два предмета из инвентаря использовать за один ход, что ли, да? О, у него всегда щит и всегда барьер. Вот это круто. Это надо учить по-любому. Ресурсфул. Эффект атас. Ну, увеличивает, да, эффект от предметов, которые используем во время битвы. Double gold. Ну, вдвойне больше денег получаем. Double loot. Вдвойне больше предметов и SP. Ну, нифига себе. Зато он крут на самом деле. Так, ну я думаю, будем... учить, наверное. Забыл опять щит. У нас, по-моему, это от физической. Значит, автощит будем учить. Толтон у нас тоже смертный. Ясно. Хотя, возможно, имеет смысл вначале выучить двойной СП, чтобы потом все училось быстрее. Стоп, а экипировать ему? Magic Rifle у него? Прикол. Так, что бы ему такое дать? Ну, не знаю, ну пусть любой берет там вот это. А, и у него магии нет вообще, да? Magical Physical Defense, ну, не. Да я думаю, магию, наверное, ему какую-нибудь дать. Стоп, где-то было же у нас. Spirit Magic 4 уровня. Нет, а черно-белый у нас уже занято, да, у кого-то.
Тогда вот это. Восстанавливать HP, когда defend. Будет чисто воином. Солдатом. Repair? С чем? Какого фига? Это вещь неуправляемая. Магический двигатель вышел из-под контроля? Хорошо, это объясняет всю магическую энергию в этой зоне. Если мы остановим этот двигатель, тогда монстры будут слабее. Кто знает, но я... Ну, типа, хочу попробовать. Ух ты ж. Так, и чего? А, мы можем эту дверь открыть? Я так понимаю, нас здесь нападают, просто нам еще пока повезло, что никто не напал. О, вот и битва. Посмотрим сейчас. Ох ты, что это? Что? А где ее магия? Не понял. А, стоп, какая магия? Эксперимент номер 44. Magic Tower. Эксперимент номер 28. Это жесть. Да, они же... Ладно, они же... В общем, это такая... Вся группа будет физическими атаками бить в основном. Ну, кто ж так? У него огнестрел. По идее, если у него огнестрел, то ему должно быть все равно GC, не GC. По-моему, кстати, так и есть. Промахнулся. Отравится, да? 370. А так что-то у них уже здоровье, кстати, дофига. А у тех меньше, у той группы. Так, у нас есть что-то тебя вылечить? Антидот. Дабл айтем. Да не, ладно. Не, дедок нормальный такой. Привет, Тор. Восстановился, ну отлично. И чё, ты будешь стримить опять?
these holes. How about that, your worshipness? Got something to say now? They can't wait to fight. Good for nothing but target practice. Sid, stop picking on him. It's not his fault he was born with a silver spoon in his mouth. Oh, so sorry, your graciousness. But that's the way I am. I get heartburn whenever I see someone in power. Well, for the moment, Tolton has no power. Really? All right, knock it off. He's after the same enemy we are. The same enemy? Ну, короче, смысл разговора был, типа, да отстаньте уже от Толтона, ну, типа, не виноват, что он это, король. Не виноват, что он такой дурак. Это был Гранд Стаф? Ну, типа, тут летающая штука. Так, откуда мы пришли? Ну, я так понимаю, отсюда. А, это тоннель, где... да, об этом мы не сказали. Тоннель, где вот это вот... в предыдущей серии там была... Огромная такая машина, которая разрыла землю. Урия вылезла, и там армия высадилась. Армия Годзе. И вот этот тоннель от нее. Ну, Тор, потому что он такой вот, такой, ну, такая у него роль, если хочешь. Ну, потому что он всего боится, он не привык, он же, он был королем. Такой. Но хотя, с другой стороны, как бы сложно его упрекнуть в том, что он в битве плох. Он нормально атакует, атаки у него довольно сильные, вполне так нормально. Не-не-не, он нам помогает очень сильно. Так что не. Вас со снапом много чего тут бесит, но... Претензии не принимаются. То детей там убей, то Толтона, то там... Кого-то Кайма. Ну что-то вы какие-то... Это... А как тут сундук-то взять? Ну. О, начинается. Да никакой он не король, ну, Тор, ты сюжет просто не смотрел. Его использовал Гангора. Так. Я, оказывается, тут могу пробежать. Так что какие связи? Но он как бы действует по ситуации, но сам он действовать не умеет, поэтому просто идет, куда ему скажет. Но единственное, что он, хоть и очень поздно, но понял, что он, ну как бы, хотел сказать, был дураком, но вообще и остался. Complete defense will be activated in critical SP status. Ну, пусть учит. Stand and
Это сын Сет. Не, он, кстати, нормальный вообще. У него возможности очень крутые. Да, выглядит забавно, но так это уже обыгрывалось. Но у него возможности очень крутые. Так, Толтон выучил MP Gift, с этого выучил Critical Defense. Чё там Толтон выучил? Трансферс. О, прикол! Передать MP другому персонажу. Так, а что, Сет еще не выучил WSP? О, не, долго это учится. Так, закрыто. Даже кастинг саппорта не используют. Интересно. Надо будет между битвами полечить их всех. Ух ты. Цель Гангору остановить. Либо хотя бы выбраться из города, я так понял. Ну вообще скорее Гангору остановить все-таки. Так, Толтон там уже не очень, но я думаю мы добьем, может. Ну упадет, так упадет, потом поднимем. Ну это магический у него, магический огнестрел. Ну да, похож на топор чем-то. Ну это скорее, как бы, все-таки похож на ружье, просто в конце такая штука, как у топора, лезвие. Типа вместо штык-ножа, знаешь. Так, у него уже мана закончилась.
Так, а куда мы прибежали? А, сюда же. Просто мы эту дверь открыли. Так, а это куда? Да не, какой коллаж. О, чел. Внезапно. Типа, ты магазин, что ли? Нормально это место выбрал. Ну, типа, вы бежите от магических чудовищ. Типа он тоже что ли бежит? Так, это кому оружие? Для сет 5300 стоит. А, да ерунда. Бусты, манты, 4 стороны, 2 хилинг, айтем, сорлинг, батл. А, купим. Лишний не будет. Так, это у нас есть. Это у нас есть. Это у нас есть. Не знаю, что нам тут надо, но ладно. Бомбы могут пригодиться. Хотя бы пусть по 5 будет каждый. Ну, каждый из сильных, я имею в виду. Ой. И вот думаю, может быть, все-таки этот вот хилинг купить. Мало ли, вдруг там у нас магии где-то там не будет или что-нибудь еще там нельзя будет пользоваться. Это мало ли что. Что денег у нас? Но пройти мы туда не можем, потому что открывается это с другой стороны. Довольно-таки запутано тут все. Так, ясно. Спуск. Больше лута, но как получится. Yes!
что-то новенькое. Бах. И нету. А я не понял, куда один делся? Она же вот не добила его. Который слева там был. А, вон он появился. Пусть лечит уже себя. Ну, Тор, наверное, купим, если он будет с нами ходить. Будет оружие, наверное, попадаться же разное. Где я сейчас куплю тебе? Ты видел там все оружие, которое там было? Ты видел, кстати, мы с этой экипировали его. Нормально, 112 сил вместо 83. Ничего себе. Че там, скилл еще не выучила, да? А, две точки уже. А, она уже выучила от предмета. Способность это. А, закрытая дверь. Я почему думал, что тут можно пробежать. А, можно. Ясно. Всего лишь возвратились назад. Она теперь будет ваншотить, я так понимаю, вот этих врагов. Вроде должна. Сорок на здоровье. А, не, что-то вообще нет. Танк? Ну, при первой же возможности сяду в танк и не буду выходить. По канализации на танке самое то. Кстати, этот сет еще и выше уровнем нас. Тор, что ты придираешься, а? Так, все, нет больше предметов, чтобы учить.
А, надо было Толтона полечить. Пусть сам себя лечит. Во, сваншотила, норм же. Вообще функция подарить ману, она какая-то ненужная, да, потому что у меня этих ман там 100 штук, по-моему, ну примерно, и нафига мне вот это вот, то есть это, эта функция нужна, когда у меня крайний недостаток маны, и, ну как бы, хоть какие-то остатки передать там другому члену команды, там, чтобы, да, как-то он там использовал что-то, ну, то есть, критическая ситуация. Когда у меня этих бутылочек уже совать некуда. Ну, опять, короче, починим. Понятно. Так, мне показалось, или тут что-то было? Точно. Кюрол. Да, магазины даже в канализации. Более того, ладно, магазины, вот этот шарик, он же восстанавливает МП и HP полностью. На халяву. Так, а как мне туда попасть? Стоп, а кто поднял вот эту стену? Не понял. Тот, кто ее поднял, он не очень. А как я побегу туда? А, вон, кстати, лестница там. Надо же. Тут нет кнопки, которая сливает воду. Тут есть только, которая поднимает и опускает перегородки, а вода сливается как бы, ну, по законам физики. Оп. Но у меня этих семян уже. Где кролик-то, которому отдать их? Что это за фигня? А, магическая энергия утекает отсюда. Это эти хранилище магической энергии. Это ура, это типа разнообразно на фантазии.
Что они планировали? Или планируют? Так, ну тут развилок никаких нету, только просто бежать в одну сторону. Угу. Вон как тут. Так, давай сломаем. Опять это? То есть что ж так халявно-то? Зачем так часто? Я не понимаю просто. Как будто здесь монстр идет с 9-го левела. О, да он сильнее бьет. Ноль. Круто. Так, лестница, но мы там еще не посмотрели до конца. Привет, Снап. Ну ясно. У нас, как видишь, тут веселье. У него обилки очень крутые, Снап. Сейчас я тебе сейчас покажу. Учить не переучить. Да, он воин. Они все тут воины, в принципе. Так, смотри. Так, во-первых, Magic Seal. Counter Seal, ну ты сам видишь, что это такое. Double Item, это использовать два предмета за один ход. Автощит, автобарьер. Увеличивает эффект от предмета использованного, вдвойне больше золота, вдвойне больше СП, то есть навыки быстрее учить, и вдвойне больше лута на предметов, да, получать из этих. Ну, в общем, нормальный такой.
Правда, это вот контрсил, я до конца все равно не понял, что это такое. И сейчас Сет учит, чтобы получать вдвойне больше СП, да, чтобы потом остальные я уже выучил быстрее. Дверь, а там я не до конца посмотрел. Нет, а пойдем посмотрим, что там. Один раз может обнулить. Что значит один раз? Один раз за битву, что ли? А, или это активная... Это... Что я нашел? Древний тоник полностью восстанавливает HP, MP и статус. Ну, понятно. Ненужная вещь, которую жалко использовать, потому что она же крутая. Но в итоге, в принципе, не особо-то и нужна. В всех играх так, ну да, да. Сет выучила дабл СП. Теперь будет... Так, во-первых, она теперь надо в ей выставить, надо эту возможность, чтобы она работала. Вместо... Вот этого. Дабл СП. И теперь будет учить так опять против магии барьер, да, значит, вот, наверное, против магии. Не, если мне просто где-то в бою понадобится без магии восполнить здоровье там, да, и закончатся обычные там эти бутылки, то ну, использую эту, какая разница. Так, ну это мы на начало вернулись. Насколько я помню. Так что кроме тоника здесь, в принципе, ничего нет. Вот эта мелкотня специально для детка.
Потому что только ее он может ваншотить. Здесь можно качаться до бесконечности, на самом деле. Халявное восполнение всего. И битвы легкие. Да причем, мало того, что битвы легкие, так, ну то есть они вообще там урон очень редко наносят. Ну вот нанес, но это за два боя первый раз. Кстати, вон там сундук стоит. Как его взять? Там закрыто. А, ну походу я туда потом приду, да? Или нет? Неужели я просто пропустил? Да ладно, там ничего важного не лежит. Опять коктейль какой-нибудь. Ну, если хотите, я вернусь. Могу вернуться и взять. Хотя я все равно не понял, я толком я могу его взять или нет. Возможно, что не могу. Отсюда. Так, мы на перекресток пришли. Thank you.
Ну вот другой сундук. Чем не сундук? Ну, я же говорю, тут ерунда лежит. Ну, это не тот, правда, сундук. Ну, какая разница? А, стоп, мы тут были, да? А, мы тут были. Ну, хотя, можно еще раз. Без понятия вообще, что это такое. Можно засейвиться. Сейчас я пробегу. Сейчас я пробегу туда опять и возьмем этот сундук. Ну, если его можно взять. Где он там? Не видно, да, отсюда. Ну, слезем тут. Да, по сюжету почти ничего не было, но эти Дженсен и Сминг нашли детей, там босс вылез такой, которого я один раз зафейлил. Вот, и все на этом. Ну и потом вот показывают их, они здесь уже в канализации. Не, они были не в канализации, а в пещере в какой-то, по-моему, да. Ну, в общем, дедок этот к королю относится очень скептически и... Ну, короче говоря, типа, ну, ты знаешь, ты не очень. Так, не, походу тут к сундуку никак не пробраться. Туда вон, к сундуку направо. Дедок шарит. Как-то да. Не, ну там наверху, в принципе, нечего делать. Так как закрыта вон та решетка. Не можем мы этот сундук взять. Потому что тот сундук, вон там, он нужно по той нижней платформе пробежать. А мы там пробежать не можем. Это мы туда еще вернемся. Нет, как-то вот они просто рады друг друга видеть и все. Подробно не обсуждали. Ящики перелезть? Нет, это же не слишком сложно. Они еще недостаточно прокачались. Фиолетовый фон? Ты про что?
А, ну это, в общем, часы какие-то, которые... Это, ну это же магический двигатель. Они источают это... Магическую энергию утекает через них. И этот сынок, дедок, он их останавливает или типа, устанавливает утечку, что ли, и монстры становятся слабее. Ну, подходим к ним и фиксим. То есть это не часы, это магический же двигатель. А, ну, вот мы и пришли сюда, лол. Да, дофига механик. Не пробьет, да, сквозь GC. Не, хватило. Да, у него ноги же там должны быть откушенные, по идее. Почему-то про это не говорилось. О, Сет выучила автобарьер. Так, что, автошилд учить? Ну, я думаю, да, наверное, самое полезное пока. Ну вот ваш сундук. Вот там по-любому какая-то ерунда лежит. Эти элементы для сбора колец. Ну точно. Долго шел, товар испортился, ну не знаю. Не должен был. Я просто не очень представляю, как Экскалибур превратился в две какие-то штуки непонятные. Старости развалился. Да, 10 минут назад он еще был целый. По-любому. О, камешек стоит. Призмус? Да ладно. А чё враги такие сильные стали? Ясно.
Кто сказал, что они сильные? Не знаю. Так, камешек-то у нас... А, или он это, типа, норм, да, уже стал? Смягчился после боя. Да, эти у меня есть уже там 100 раз. Брали. Ну это 5-й уровень черно-белой магии. Их уже и продают везде. А, это, по-моему, самое начало, да? А, да, это самое начало. Так, все, идем наверх. Везде понаоткрывали, на всякий случай. Чтобы тем, кто за нами гонится, было проще. Кстати, так он же у нас заджейсистый, так может его на передний план тоже поставить надо? А то что-то он слабо так стреляет, я думаю, странно. Ну по идее, как бы, конечно, по логике стрельба не важно с какого этого, с какой линии, но все-таки это как физическая атака считается. Ну, зачем? Ну, чтобы это... А, разве нет разницы? Так, там мы были. Ну все, видимо, выходим отсюда.
стоп, это что? Очередную ерунду взяли. Так, в какой-то ангар пришли. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Минут, наверное, 15-20. Может, меньше. Ну, в общем, не расходимся.
Так, продолжаем наше прохождение. Сейчас монитор переключится. Я там смотрю, все втайне мечтают свалить. Так, куда мы пришли? Какой-то ангар. О, вон туда хочу. Не? Ну ладно. Почему пугаю? Ну, он должен был быть готов. Мой корабль? Наутилус. Он здесь заблокирован. I'm stuck with her. Seems like fate. But if she's here, that means we can get her out of here. Okay, let's go, Tolton. Thanks for not scrapping her. Oh, yes, yes, of course. О, ништяки. Isn't that one of the creatures that smashed Ura to bits? Hey, hey, you, get out of my way! You're getting between me and my reunion. Can me and Nautilus have a moment here? We're gonna have to give it our all to get around this one. Так, но мне кажется, он довольно сильный должен быть. Я никогда не учился биться с таким. Hey, mama, I bet we could use that. We'll start her up by shooting some magic energy to that engine part, and then we'll. Set. I told you 100 times. Move now, talk later. Типа делай сейчас, говори потом. 10550? Ну, в принципе, говно вопрос. Я даже не причил, но я что знал, что ли? Ну, хотя мог, можно было бы догадаться. Да я понял уже, да. Можно было, конечно, там защиту наложить, ну ладно. У Сет, по идее, баррикада там есть, и у этого детка. А, у Толтон пусть валяется, если что. Ну ладно, пусть себя полечит, так уж и быть. Эта балка не особо-то пробивается, кран. Ой, сейчас ультанет что-то. И все? Я думал, оно упадет.
А, я только сейчас заметил Charged Power полоску. Ой. Ну, больно. Весьма больно. Ну да, я думал, он не успеет. О да, так и много он налечит. Лучше уж по одному тогда пусть хил делает. А, ему еще и ману надо. Так что будет лови. Да куда так-то, ну? А, у него же еще нету. Ну хоть дефир давай сделаем. Ну, сейчас опять ультанет уже. Кишками все забрызгают. Да на вид целый. Вопрос только, откуда он тут взялся? Это же его призвал этот Гангора, но не сюда. Он же на тот остров, забыл, как этот остров называется. Sit wherever you want. Okay, yeah, yeah, yeah. So you got here. Не трогай это. Трое еще таких же идут. Что не так? Боишься битвы? Он учился для этого, но впервые с реальными монстрами бьется. А, так это еще и субмарина. Туториал? Ну давай. Так, нужно избегать каких-то там атак. Доджи это что? Уворачиваться. Ну понятно, уворачиваться от атак. Нажимать кнопки. А, ну короче, QTE эти, да?
Понятно, пресс А ту вин. Б, конечно же, Б тоже. Приготовимся нажимать две кнопки. Или еще управлять надо? Не, не надо. А, не две. А что, почему красным? Я неправильно как-то, да, нажал? А надо в какой-то определенный момент, да, нажимать, а не просто когда появляется. Немножко не дочитал, надо было внимательно читать. Сейчас разберемся. А, часто? Нет, стоп. Нет, я только нажимаю, оно сразу исчезает. Сейчас вообще не нажал, думал, может, попозже надо нажать. А, ну это я понял. Последнем здоровье плывем. Лютый Кшон. Бедный геймпад. Фух, ушли что ли? Если честно, я не смотрел, что там происходило. Я смотрел только на эту кнопку. Ну, уворачивались там вроде, да? А, точно, да, она, наверное, действительно сейчас гордиться будет. Она же тоже пиратом там была. А они не могут летать? Сейчас пойдет отмываться. We'll be right back.
Isn't that fun, Your Majesty? I'm nobody's majesty. I'm just a man. And I finally discovered what kind of man I want to be. And what kind of man is that? A brave man. Ну, короче, храбрецом заделался. Laughing in the face of danger. Yeah. It's not as easy as you thought, is it, Your Highness? Everyone wants to be brave. But if you really mean what you say, then you have to be more daring. Be more of a leader. Leader? That may be setting the bar a little too high, Sid. Ну, короче, он сказал то, что я больше не ваше величество, я просто человек и, типа, хочу быть храбрым и все такое. А вот и мы перенеслись обратно в холод. А, ну короче, они посмотрели, не нашли этого магического поезда, где должны быть Каем и Сара. Что говорит, не пойму. Блин, что-то никак не могу перевести еще. Google поможет. А, мы ничего не видели по пути, пока шли сюда. А, действительно. Но он идет этот путь на восток, перед тем, как повернуть на север. Тяжело рассказать в снегу. На север. Ну, не беспокойтесь, я... ставлю на то, что Каем позаботился о себе. Давайте спустимся с трека, ну, с путей и... ну, по той лестнице. А, сложно сказать при таком-то снеге. Ну, спасибо, что поправляешь. Я перевожу как могу. Так, у нас здесь практически никто не может атаковать физическими атаками. В этом проблема. Вот как раз таки на боссе это было очень нужно. Ну давай, снап. Да, ряды. А кого здесь назад ставить? Детей.
Мы должны за два хода их сейчас всех уничтожить. И второй. Да чё ж он так долго-то делает? О. Не успеет призвать. Кстати, когда был экшон, как не рассыпалось изображение, то есть по битрейту там все нормально было. О, все, вышли отсюда. Так, Frozen Trail, это где мы сейчас? Так, Refugee Camp. Camp в Запад. Ну, давай. Это они столько пешком прошли? Да ну. Или это мы сейчас вот будем идти этот путь? Ну, все занимаются стандартными вещами. Снап чай, тор посуду. О, вон лагерь какой-то. А, типа лагерь беженцев Годзе. Да. Почему здесь так много людей? Как все-таки refugees переводится, надо посмотреть. Да, беженцы. Это должно быть место, где беженцы из Годзе, ну, типа, спасаются от холода. Это означает, что здесь безопасно. Наконец-то. Мне нужно отдохнуть. Поговорим с людьми. Эй, добро пожаловать. Ну, они будут переводить так, в принципе, все. Только если что-то интересное будет, явно. Магазин тоже сейчас заглянем. О, мусорка. Load bell. Так, ты кто? А, кольца делает. Ну, ясно. Чё продашь?
Монстры вокруг этого лагеря, и кто-то пытался бежать или искать еду и медицину, лекарства, но были убиты. Проблемная ситуация. Просьба. Гуаплос. Какой-то. Появился. Гуаплос — это вот эти ящерицы. Да, как сначала, да, кольца вообще что-то нафиг не нужны. Короче, меня просят какого-то Дон Лаплоса убить, лидера их, видимо, этого вожака. А, иначе ты даже не будешь со мной торговать? А, будет. Это я уже подумал. Вон, можно им оружие прикупить. Все равно мне деньги девать некуда, пусть будут вообще оружие. Это у меня все вроде есть. Ну, антифриз, по-моему, у меня нету. А надо ли она? Что-то я и так эти вещи не использовал. Кстати, по-моему, у меня вот этого нету. Spirit Magic 5 уровня. По-моему, такого нету. Забудь о палках? Да нет. Кстати, вот очень нужно было Маку оружие посильней. Хорошо, что это хоть какое-то было до этого, а то бы я босса бы вообще не убил. Ой. Так, и что у нас Минг сейчас учит? А, долго она учит это. Так может потому, что мы им никогда не покупали улучшенное оружие? Тут точно, да, никаких эффектов нет у оружия. То есть, скажем, если я купил, ну, то есть, другое поставил, то есть у него там магия там ниже не станет, ничего такого, да? Вроде. Не, Снап, ты просто не видел, как я босса убивал. Последнюю 1000 я просто маком его убивал. Только одним, физическими атаками мака. Потому что он себе поставил отражение, полная магия. И ничего с этим поделать было нельзя. Так, ну это, так понимаю, гостиница, если это можно так назвать.
Причем бесплатная, что ли? Прикольно. Добрые люди. Их что, еще и воровать можно? All Shieldus? Ничего себе, вот это я удачно зашел. Откуда у них здесь такое? Так это магия 6-го уровня, белая. А ее никто не умеет. По-моему. Да, ее никто не умеет. Значит, кто-то скоро заумеет, походу. На вырост взял. Нет, первый раз такое в этой игре. Ой, ну наконец-то. Ну 18 аж он дал. Надеюсь, это что-то полезное. А что он дал? Вот это, по-моему, да? Нет. Какой-то бейдж. Или вот это он дал? Не, по-моему, что-то он не то, другое дал. А, пауэр он дал, да? А. Прикольно, физическую атаку увеличивает. Ну, не знаю, маку дать? Ну, а, ну пусть, раз у него ничего нет, в принципе. А мы можем улучшить это кольцо? Походу нет. Ну и ладно. Это не кольцо, а что это? А, ну да, это не кольцо, я понял. Так, сэр. Редкие
предметы крадет у врагов. Для этого нужно вначале... А, не, ничего. Сивский ринг. Нужно найти еще одну. Не, куда я полез, подожди. Вдруг там этот бегает, надо сохраниться тогда уже. Ну, который квестовый-то. Может и можно. Ой, украл деньги. Ну, пора бы ему уже закончиться, хотя это не знаю, как ты понял. Ой, там он какое-то письмо просит доставить, я даже не прочитал. Ну ладно, посмотрим. А, в Лоутаун, в Годзе, Саня. Значит, я в Годзе. Чё? Принести ему еды, что ли, надо? Или чё? Говорит, нет еды, да? Что-то пролаг какой-то был. Так а где его делать-то, я чё знаю? Я иду. У них тут горячие источники, прикольно. Повезло им. Ну так, вскользь читал. Но тут туда надо выходить. Не могу поверить, что поезд Годзе это разбился.
Так, какие-то ледяные создания. Был атакован ледяными созданиями. Слышала? Чего вы двое хотите? Где этот поезд? О чем ты говоришь? Пожалуйста, расскажи нам. А, ладно. Вон туда. Будет опасно там. Так тут негде охотиться-то. А, ну ок, давай. Да, здесь я встречал. Сейчас встретится, но не знаю. Может там, кстати, туда не бегал. Ну там, по идее, мы детьми бегали. А, Кайм не в той стороне, ну понятно. Да ничего я не мечтал. Ну, может, сам в самом начале только. Ну вот они. All Flare. И Флара, ну, вот этого дальнего, и все, остальные стоят, тупят. В смысле, что творю? Ну призовут они вожака, чё ты паришься? Маку это не нравится. Я чё, обычный All Flare что ли сделал? Не All Flare. Почему так мало потратилось-то? Блин. Ну
Тогда еще раз All-Flare. А где... А, стоп. У нее нету, да? Тут у нее кастинг саппорт. А что у них за статус? Фиг его знает. Хотя пусть зефирнет. Пять осталось, вот это прикол. Да он бы даже физически, наверное, добил бы. Это обычный. Так, пусть полечит Дженсона. Да, хилый. Да накричат. Наоборот, надо как можно меньше, чтобы их было. А у нее флары нет, да? Ну ладно, тогда пусть стоит. Ну посмотрим, как маг пробьет. Неплохо. Вот он, Дон Лаплос. А, да? Не обратил внимания, ну косяк. Ну ничего, все равно же урон-то нанесут. Да нормально, 853. Ну вот и все.
А я думал, он сейчас призовет еще. Не успеет, что ли, призвать? Не успел. Или уже некого призывать из-за того, что босса убили, ну, вожака. Вон, Дон Лапласт Клоус. Шестой уровень черной магии выучил Дженсен. Ничего себе он дает. Так, это интересно. Посмотрим, что у нас там спеллбук. Wind Mine. И Dreaming. А, Slowdown Magic Casting Time на одного врага. Так, Нинк у нас что-то там учить сейчас будет. Да, она как раз таки выучила, кстати. Шестой уровень. Да, она только учит пятый сейчас из предмета. Тут уже шестой. Но там еще белая, так что пусть будет. Ну и все равно они нападают. Какая разница-то? Промахнулась. Ну смотри, 114, ну это в принципе хоть что-то, это не один. Так что не зря купил, потому что у нее было очень мало. Дженсен, а ты че такой дохлый-то? Ну и смотри, она даже 65 наносит. Да что ж вы... О, печалька. Ну, Снап, по сравнению с тем, что было, ты сравни просто. Так, ладно. Лечи его. Да нету, где ты видишь воинов здесь? Ты видишь сейчас воинов здесь? Так что ты не прав, что не нужна физическая атака. Я на боссе это понял четко, что она нужна. Даже тем, кто слаб в этом. А чё маг? Маг один. Он иногда лежит. И прочие интересные вещи.
Так, а где был тот, кто просил убить-то? Вон там, да, по-моему? Что-то я забыл. Что-то не помню. В магазине. Точно, точно, в магазине же. Благодарит. Sacred Torch и Sacred Ring. А кому это? Вот, ей еще лучше. Так, ринг. А, ветер 2 второго уровня. Машин второго уровня убивать и накладывает сон. Кстати, прикольно насчет сна. Может быть, маку дать это лучше. Хотя. Ну пусть пока носит. Ну да, но у него просто увеличение урона стоит физического. Я думал дать ему вначале. Но так у него как бы не будет увеличения физического урона. А, стоп, это же кольцо, а у него не кольцо там, а... Я опять попутал. Могу выучить, но у нас сейчас из бессмертных только Минг, а надо ли ей это? А на этом стрим заканчивается. Хватит на сегодня. Так что, у кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, пишите в чат. Всем пока. Увидимся.